Привет, YouTube, с вами канал Белос ТВ, и сегодня я хочу сделать реакцию на фильм по игре «Привет, сосед» от создателей Iron Horse Cinema и на русской озвучке. Итак, поехали. Запомни, мы входим, забираем все ценное и уходим. Мне все равно очень странное предчувствие. Постараемся быть тихими. Я могу только одно сказать. Пожелать им удачи. Вот и все. Вуаля. Так, ты иди на кухню, а я пойду наверх. Окей. У меня возникает ощущение, что сосед сам вор, потому как у него столько драгоценностей. Зачем ему столько? Непонятно. Это Дарвин. Что-то, ребят, пока что скучно, заметили? Эй, Джей, у нас проблемы. Чё? Дверь, ведущая в подвал. На ней установлен очень сильный замок. Я не думаю, что я смогу взломать его. Да кто мог знать, что у нее будет столько защиты? Так, нужно посмотреть, что можно сделать. Будем искать ключ. Если честно, я не играл в игру «Привет, сосед». Но, как мне кажется, ключ находится то ли на третьем, то ли на втором этаже. Это точно. Это не точная информация, но предполагаю. Могу ошибаться, я просто не играл в эту игру. Вот и все. Скучно. Не, ну серьезно, нафига ему столько вещей? У него реально у него весь дом обсыпан вещами. Золотые какие-то часы, золотые какие-то цепочки, монеты старые. Зачем ему все это? Зачем? Это ценность какой-то принадлежит? По-моему, нет. А вот и наш гвоздь программы, так сказать. О, дерьмо! Машина, кстати, очень похожа на ВАЗ. Та, которая то ли девятка, то ли шестерка. Девятка, по-моему. Черт возьми! К нам гости! Джей! Джей! А ты, получается, у нас Кей, да? Если вы поняли, о чем я. Не, я, конечно, понимаю, что он не хочет спалиться, но, блин, у меня возникает ощущение, что как будто, о, сосед охотится на них, прямо он их убить хочет.
Больно большой ключ, кстати. Джек, что? Не наступай! Тони Старк. Он типа такой: я тебя все равно найду, черножопый. Я чую запах расизма. Если вот этот вот игра, вот этот фильм, как бы вам сказать, приквел к игре, типа до событий, собственно, самой игры. Делаю ставки, что черножопому будет конец. 100%. Ну здравствуй, черножопый! Удачно тебе слиться с землей, черножопый! Ибо ты, как и земля, коричневого цвета, если вы понимаете, о чем я. Ну да ладно. Вот, собственно, и весь фильм. Ой, это я случайно. Ну ладно. Ну, что я могу сказать? Прикольно. Атмосферно. Но не страшно, признаюсь честно. Не очень было страшно, но могло быть и лучше. Ссылка на ВК в описании, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и удачи!